Всех приветствую. Сегодня нахожусь на своей даче в очередной раз. Тут у меня возникла идея, что не хватает мне лавочки обыкновенной около домика. Поэтому сегодня вот из этой груды строительного хлама будем строить лавочку. Лавочка обыкновенная, ничем не примечательная. Как говорится, из-под топора, образно выражаясь. Вот здесь я уже отобрал немного материала. Не знаю, что из этого пойдет в работу, что выкинем. В общем, основные боковые части лавочки будут состоять вот из этих досок. Сейчас их распущу по нужным размерам. В общем, высота лавочки будет у нас 73 сантиметра. Ширина 150, высота посадочной части, ну, то, куда мы будем садиться, будет 40, и глубина тоже где-то около 40, даже больше сантиметров, ближе к 50. Строю все на глаз из своих личных предпочтений, исходя из качества материала. Ну, посмотрим, что получится. А сейчас начинаем заниматься заготовкой. Все торцуем, отпиливаем по размерам, ну а потом приступим к сборке. Поехали! Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Поскольку ширина боковых стоек у меня будет 140 сантиметров, отпиливаем лишнее. Для того, чтобы вымерить размер наклона спинки нашей лавочки, отмеряем от основания стойки 40 сантиметров, вот отсюда до сюда, и от этого угла 20 сантиметров, и отчерчиваем косую линию, по которой мы отпилим эту доску.
Вот таким вот образом выглядит одна из половинок нашей лавочки. Вторая будет точно такая же. Между ними будет поперечная доска идти снизу, и сверху уже будут сами доски, на которых будет осуществляться сидение. Сейчас приступаем к сборке.
Закончили работу по сборке лавочки. Вот такая она у нас получилась. Пытался шлифовать шлифмашинкой, но не хватает мощности дачного электричества. Поэтому шлифанул как шлифанул. И тем более здесь доска вот такая еще грубой обработки. Очень долго пришлось бы шлифовать. Поэтому вот как получилось, так и получилось. Сейчас мы ее покрасим, чтобы сохранить дерево, ну и внешний вид, конечно же, преобразится. Гораздо, наверное, красивее будет, чем есть. Хотя лично мне и такой нравится. Он такой старинный оттенок. Но чтобы занозы не впивались в некоторые места. И дождь ее так не мочил шибко. Мы ее, наверное, покрасим все-таки. Вот так вот из хлама нашел доски. И получилась вот такая вот уличная лавочка. В общем, не удержались, мы покрасили лавочку, чтобы защитить ее от осадков. Конечно же, если бы не красить, то можно было пропитать маслом. Маслом дорого будет. Хотя внешний вид, конечно, был гораздо был красивее и лучше, чем вот такой вот. Ну, на первый раз пока покрасили. Не везде прокрашено, конечно. Но все-таки лучше, чем ничего. Пока поставили сюда, потом найду ее место, может здесь оставим, что подиум кривой, но неровно стоит, ну, пускай пока стоит, сохнет. Ну, в общем, вот такая лавочка, просто, быстро, и теперь есть место, где можно повечеровать, при хорошей погоде поставить столик сюда и пить чай. Так что до новых встреч, всем пока!